Друзья, мы в ХОВ. Удивительно. Ну, это реальность. Проверяем микрофоны. Меня слышно, 4 из 6 стоит. Не знаю, как по времени, но я рекомендую всем сесть поудобнее. За экранами телевизоров, мониторов и телефонов. А печеньку? Печеньку по желанию. А коньячку? Коньячку, если вы это вечером смотрите. При текущей ситуации. В обед чаёка. Обязательно. А в обед коньячку нельзя? Да, магазин интересен. Пробежались большой экспрессом. Есть на что посмотреть. Не на все, но есть на что посмотреть. И плотно пообщались с отделом по работе с юридическими лицами. Что очень приятно. В IKEA мы такого даже за протяжении 4 лет такого ни разу и не увидели. Что сейчас увидели мы в ХОВ. Нас ты имеешь встретили, в виду само отношение? Да, встретили, познакомились, все рассказали, показали. Ответили на все вопросы. Интересующиеся. Даже дальше прогалка. Знаете, как, в каком плане? Когда я начала задавать вопросы, мне сказали, зачем вы сейчас будете все это записывать, запоминать. Мы сейчас на все ваши вопросы дадим ответы вот в таком формате. У меня таких вот два листочка. Так, заранее. Нам ничего, никто не платил. Все это на добровольных началах. И мы будем сейчас рассказывать свои эмоции. Если будет плохо, мы скажем плохо. Если будет хорошо, соответственно, мы скажем это хорошо. Никакой постановы. А смотрите, еще такой момент. Я думаю, все прекрасно помнят и знают, да, что мы являемся действующей службой доставки товаров. У меня на языке IKEA еще так не может отлепиться. По IKEA пока никакой информации нет. Неофициальной информации много. Кто-то говорит, что она откроется через полгода, кто-то говорит, что она откроется в июне. Но тем не менее, мы прекрасно понимаем людей, которые привыкли покупать, например, в нашем регионе дистанционно, и у нас не вся мебель доступна. И когда ты заходишь на сайт, и ты не понимаешь, а стоит ли брать эту сковородку, лопаточку, диван, да, Дим? Да. Любимый вопрос, да, Дим? И наши же, да, в первую очередь покупатели страдают от этого. Поэтому было принято решение, что мы уйти самое простое. То есть уйти и бросить, и у нас есть, вы все прекрасно знаете, уже свой, да, свое дело. У нас есть сибирское, мы могли бы заниматься только им в удовольствие и не заморачиваться. Но мы приняли решение попробовать, посмотреть, что из этого выйдет. И я считаю, что мы не можем с Димой, исходя из нашего опыта, навыков и знаний, бросить людей, которые потом просто пойдут искать где-то что-то и набивать шишки. Поэтому так, пробуем, пойдем работать с ХОВ. Много слов, пошли к делу. Мне это надо было сказать. Ну, иди. Давай. А можно я не пойду с тобой, я пойду в машину, а ты все расскажешь? Нет. Почему? Твое мнение тут тоже очень актуально. Так, смотрите, у нас формат будет следующий. Мы сначала проходим первый этаж. Здесь так называемый маркет-холл, то есть это товары для дома и офисная мебель, плюс оформление. На втором этаже у нас будут диваны, кровати, стулья, столы, ну, в общем, такая более крупная мебель. Сейчас у нас формат обзора, да, чтобы мы пригляделись к магазину, вы пригляделись к магазину. Плюс у ХОВа в ассортименте очень много сопутствующего товара, который вы можете купить и в других магазинах, но здесь, кстати, а можно я сразу, вот как расшифровывается ХОВ, да? Нет, пока мы зашли в магазин, давай мы сразу сейчас будем ли мы сейчас находить товары IKEA или просто сделаем обзорку просто магазина? Сейчас обзорка. Да, вот хорошо. Чтобы человек, допустим, который не был ни разу, нет возможности приехать, он просто зашел в наш обзор и посмотрел и понял, что он здесь может найти. И, ну и, соответственно, ну немножко спойлернул, поэтому следующий обзор по ХОВу будет как раз будем искать на все товары, которые так или иначе похожи на икеевские. Это будет у нас обзор называться ХОВ, магазин, ищем стиль Сканди. Угу. Ну, что-то в этом духе, да. Вот что-то как-то. Ну, пошли. Ты камерой-то хоть води. Я просто не знаю, на что обращать внимание, но у меня сразу глаз выдергивает. Давай смотри. Во-первых, товар раскладка. Похожий. Вот ревизор. Так, я хочу вот таких кружечек. Давно хочу. Сейчас будем это смотреть с Таней, что Таня себе может утащить. Так, это отдел. Я понимаю, я там сама вместе с вами, я 100 лет здесь уже не была. И я не знаю, как такового ассортимента. Кстати, вот я могу знакомые сразу глаза бросать, но не могу я через это проходить, потому что, ну, все, что у нас, по-моему, было не киевское, оно прямо очень глаза бросается. У нас не тот обзор, по-моему. Да, ну, простите, гриль. Сковорода. Ты не меня больше показывай, ты больше показывай лучше визуал, потому что меня в этой ситуации смысла показывать нету. Может быть, мы наоборот, смотри, а если нам сейчас в таком формате, я к тебе рядом, и мы идем, разговариваем, показываем. Ну, ты должна что-то акцент дать. А я не знаю, на что давать акцент, я не знаю этих товаров.
Ну хорошо, отдел сковородок, пойдем. Поэтому давай, потому что я знаю, что у тебя есть привычка, если ты делаешь на меня камеру, то я у тебя в камере. А смысл здесь меня сейчас? Смотри, я вот на что хочу обратить внимание. Я знаю, что очень многие любят вот именно эту посуду. Здесь собраны разные производители. Что-то у меня вообще как-то так ощущение, чтобы все как-то криво. Я хотела рассказать, откуда какие производители есть. В общем, очень много людей, которые любят именно вот эту фарфоровую белую посуду. Вилмакс. К нам часто обращались клиенты с просьбой, ну, заехать в этот магазин и привезти именно Вилмакс. То есть кто-то вот, да, подставочку под яичко собирает. Кстати, вот это актуально для меня тема. Тебе? Да, я вечно где-то каких-то ложках ем. Поэтому давай, я к тебе по правую руку и пошли показывать. Ну давай, давай. Вот это получается все. Вилмакс, да? Нет, не все Вилмакс. Здесь разные бренды представлены. Вот смотри, Валмер. Тебе как раскладка товаров? Там мне вот это расскажи. Как покупателю? Да, тебе удобно. Мне удобно. Как бы товар на товаре лежит. Есть вот такая вот... скомканность, непонятность? Нет, мне скомканности нет. Ну вот смотри, во-первых, я вижу вот вся белая красивая фарфоровая посуда в одном месте. И если я ищу что-то вот такое вот, да, изящное, интересное, я подхожу сюда, мне не надо метаться. Дальше смотри, все, например, цветные кружки, да, разные варианты, они все представлены в одном месте. Ну они цветные, они с принтом, я так имею в виду. Ну да, детская посуда. Вот, ее же не так много, она вся опять в одном месте. То есть я люблю, я человек в этом плане системный. Мне не нравится, когда одна кружка в одном месте, другая кружка в другом месте. О, Дима. Что нашел? Смотри, что я нашла. Коллекция русской живописи. Работа Васильцова. Ну, это для ценителей, наверное, да? Вот это вот особенно. Там большая коллекция, там все разные кружки или одинаковые? Нет, на них нарисована вот Алёнушка, Иван Царевич, Серый Волк и Алёнушка. У меня, почему я на это обращаю внимание? У меня в детстве была дикая любовь к музеям. И мама ее поддерживала. И если мы куда-то в другом городе оказывались, то есть меня в Пушкинскую галерею в Москве потащили лет 8. Так, в общем, по раскладке вот на текущий момент мне нравится. Дальше пошли. Пойдем в следующий отдел тогда. Здесь, значит, у нас из сковород мы плавно перетекаем во всевозможную кухонную утварь. Причем очень много всяких интересных штучек. Вот, знаешь, аж какое у меня ощущение, если вот в Икее, когда мы находились, то это, да, товар одного бренда, то здесь, сборная солянка, но здесь разные производители, собранные в одном месте, мне не надо бегать искать. Кстати, вот, я не буду повторять, кого это копирует. Нет, ну и что, мы так и есть. Мы сейчас всем приказ при текущей ситуации подбираем аналог, и жизнь на месте-то не стоит. Смотри. Вот кстати, они, да? Да, похоже, другой объем. Я сейчас не ориентируюсь. Баночки, название Коркин. В общем, мы говорили, что мы будем отдельно этот обзор снимать. Ну, похоже, он будет внутри. Да. Так, пошли дальше. Смотри, здесь у нас салфетки. Потом вся цветная посуда. Опять по цветам, да, разложена? Коричневая с коричневым, бежевая, бежевая, зеленая, зеленая. Здесь все столовые приборы. Фужеры. Фужеры есть как и в коробках, так и штучные. Еще такой момент. Вот смотрите, в интернете доступность товаров больше. То есть есть товары, которые не продаются офлайн в магазинах, а продаются только в интернете. Поэтому совершенно спокойно, если чего-то не нашли, можно поискать. Слушай, я много чего интересного нахожу, на что внимание раньше не обращаю. Кстати, вот тут еще кроме раскладки подсказки, вот смотри, интересные. Какие? Стаканы для белого вина, шампанского. Просто стаканы, рюмки, стопки. Смотрите. Опять давай, выстер. Давай на свет просто. Не, у меня глаза бросаются, Таня, я не могу по-другому. Очень глаза бросаются. Тогда второй обзор нет смысла выписывать. Не, все, я буду себя это держать в рамках. Заберите Юрича, он себя держит. Пойдем дальше. Так, здесь все фужеры. Плавно перетекаем в скатерти.
Здесь всевозможные аксессуары для кухни. Подставочки, штучки-дрючки, которые тоже необходимы. Мы будем дальше снимать прям, ребята, отдельные обзоры. А пойдем даже посмотрим быстренько. Пойдем. Вот мое первое впечатление, зайдем в магазин, сколько уже, метров 20 мы прошли, такое чувство, ассортимент больше, чем у Икеи был. Вообще, давайте по-честному, в последнее время, если Икея вернется, то она должна нормализовать свои поставки и ассортимент, потому что, мне кажется, люди уже устали вылавливать товары и выковыривать их. Кстати, шеф-повар, найди-ка что-нибудь путное это. Слушайте, нам подсказали лайфхак. А на сайте ХОВ люди пишут реальные отзывы, потому что там получают обратную связь быстрее. Вот это хороший вот. Тебя губа от Мидура. Ну, и ценник такой. У тебя всегда это. Тань, хороший ножик стоит 200 рублей, не может, извините, пожалуйста. Вот хоть режь. Да. Слушай, что за интересная штучка? Мармит. А зачем мармит нужен? Слушай, а не то, что это похоже, что, мы покупали в Дагестане? Да, садж. А это более цивильное. Но он будет менее нагрето, но он менее нагревает. Он стеклянный. У саджа грелка, да, она идет железная. От углей или от газа, ой, от газа, подожди, от сухого топлива. Да, вот. Ну вот сюда так же. Да, но оно радиусом, диаметром побольше, чем вот это, а это под обычную таблеточку. Как котница. Слушай, да вот я сейчас смотрю. Какой, я с ресторана не видел. Мы в них готовили очень вкусные. Жульенчики. Жульенчики. Прикинь, а? Практически один в один. У нас два вида было, побольше, поменьше. У меня, знаешь, сейчас какая мысль в голове? Дим, ты будешь ржать, а какого хрена мы раньше не обращали внимания на этот магазин, да? Я ничего говорить не буду. 500 рублей. Ну, так как другого нет, и это хорошо. Слушайте, ну, наверное, с учетом того, что сейчас... А, смотри, какая, вот это 800, но она уже двойная. Интересно. Это двойной воздух дает. Пока мы не даем каких-то, да, комментариев, мы просто смотрим. Мы знакомимся с магазином. Смотри. Ну, вот, в принципе, вот этот бренд у нас кондитеры, я знаю, что заказывают. Ну, кто готовит, да, ты понял, что я имею в виду. Вот такую крышку очень люблю. Я знаю, что ее продают просто в хозяйственных магазинах. Очень удобно именно для взбивания. Дай-ка ИСО на автомат поставим, потому что тут освещение разное прям. Давай. Ага. Так. Так у нас это, люди не только с печенек начнут, но и коньяком закончатся, и женятся, и на пенсию уйдут, пока наш обзор смотрит. Так, мы плавно с вами перетекаем в отдел текстиля. То есть, ну, грубо, да, кухонные вещи закончились. Мы переходим в отдел текстиля. Здесь у нас подушки, одеяло, подушки на стулья. Мы, кстати, находимся в гипермаркете. У ХОВа вообще три формата. Это... У меня есть шпаргалка, да. Имеем полный прав формат смотреть. Мини, формат хом и формат гипер. Вот мы в формате гипер, это когда более 7000 квадратных метров. Нижний располагается на 10000 квадратных метров. Это торговые площади, складские сюда не входят. Именно то, куда я как покупатель могу зайти ногами. Забежим немножко вперед, то что ХОВ не пошел по стопам Икеи, уходя чисто в интернет по доставкам. ХОВ нам сказал ему... Ярославу зовут. Ярославу, да, забыл немножко. То, что он будет развивать сеть магазинов. Строить дальше магазины и заходить теперь в города уже не миллионники, а 500 тысяч населения. Вот так вот, поэтому даже... Вы нас будете теперь видеть чаще в Тюмени есть ХОВ. Да. И город Пенза, и другие небольшие города, возможно, они открытие. Возможно, конечно, не в таком большом это объеме. Вот, слушай, можно я это пошупаю пока? Совсем. Мы сейчас это, пошупаю по качеству подушечки. Цена, кстати, Таня, вот намного ли была дороже? Слушай, ценник примерно тот, на каком мы выходили из Икеи. Есть интересненькие, которые вот необычные, есть однотон. Понимаешь, когда ты привыкаешь к сканди-стилю, он, в принципе же, да, более монотонный. Он строгий. Он строгий. И когда я хочу что-то другое, мне нужно топать в другой магазин. Здесь же, смотри, вот давай возьмем, вот отсечем, да, подушки на стуле. Здесь есть аляпистые, здесь есть вообще с рисунком, тут кофейная тематика. Однотон, стеганые, разноцветные. Ведь порой, на самом деле, для того, чтобы там, да, ну, грубо улучшить настроение или интерьер комнаты, шторы, подушки поменяли, и не надо мебель трогать. И с другой стороны, это мы уже глаз заточены на протяжении 10 лет к скандинавским стилям. 12, да. И для нас что-то такое рябистое, с рисуночками, это что-то уже не наше. Мы к этому
Мы от этого отвыкли. Хотя изначально. Вот, например, смотри, вот я считаю, вот в детскую охрененная подушка по цвету. Я просто хочу сказать, мысль докончить. Но есть люди, помимо нас, живущие в других городах, которые привыкли вот именно к таким Дим, цветам. Вот понюхай. Что ты там? Что-то сладенькое, как ванилька. Будто кремом пахнет. Где-то ванилька. Я бы думала, может, я просто кушать захотела, у меня такое ощущение. Так, смотри, а что мне нравится как покупателю? Цена, скидка, артикульный номер, если я решила купить где-то, ну, просто через интернет, бренд, потому что Hof не скрывает, что они не являются производителями, а как бы, да, выбирают поставщиков, с которыми работают. То есть я могу об этом бренде почитать где-то, ну, условно, да, на сайте или Hof, или просто в интернете. Так, пока там Дима с камерой настраивался, я пробежалась по одеялам, по подушкам. Есть выставочные образцы, уже радует. То есть я подушку могу пожмакать. Я же покушный человек, меня звонками дергают. Можно себе корону поправить? Так, смотри, дальше поехали. Мы в подушках. В принципе, кроватка. Давай на которую... пройдем к стеллажу. Давай. А, вот они все подушки. Я пока, наверное, еще не адаптировалась к новым ценам, потому что после того, как в начале марта, да, произошло закрытие, все события, мы больше-то по магазинам и не ходили вот так, да, чтобы что-то, то есть мы ничего для себя не покупали. Потому что, вот, например, с охлаждающим слоем подушка 5000. Холодненькая. Когда себе... О, смотри, какой интересный. Ничего вам не напоминает? Напоминает. Все напом... Говорить не будем. Дим, я тебя сейчас стукну, ты будешь обзор один снимать. Все, я молчу, ну не могу. Ну не можешь ты, магия. Через не могу. Так, пойдем плавно перетекаем. Здесь у нас шторы. Подожди. А, это отдельный звуков только или... Ну ты нет. Забыла немножко... Нет, мы вон тот угол не посмотрели. Про отдел с игрушками небольшой. Я не знаю, почему мы сюда-то с мягкими пойдем. Игрушками. Нет, я думала нам туда, что там звукоток, а нам туда. Кстати... Друзья, я надеюсь, нас услышат. Мне не хватает стрелочек. А, они есть на полу. Смотри вниз иногда. Они все по верхам. Так, смотри, это получается детский отдел. То есть мы были в подушках, в одеялах. Это детский отдел. Небольшое количество игрушек. Как очень приятно. Ой. Китай? Он не пахнет. Так, детская постелька. Кстати, детская постелька. Какие размеры? Полуторка. Наволочка 50 на 70. Простынь 150 на 2,20. Пододеяльник 145 на 2,15. То есть не полтора, не 150 на 2, а у Hof'а побольше размер. Поэтому, когда подбираете, смотрите. Давай. Кстати, давай также будем рассматривать, а кто все-таки это делает. Производитель Инфотекс, Москва, Волоколамское шоссе. Адрес производства Иваново. Угу. Так, давай-ка мы, знаешь, что сделаем? Наведи, пожалуйста. Вот, допустим, комплект из поплина, полутора спальни. Девочки, я 100 лет нигде не покупала, кроме икеевского магазина, и у меня диссонанс по ценам. Комплект из поплина, полутора спальни, плотность 105 ниток. Для поплина это хорошая плотность. Трешка, наволочка, пододеяльник, простынь. Ценник адекватный или завышенный? Ответьте, да. Пожалуйста. Потому что знаю, что у нас есть на канале люди, которые занимаются текстилем сами, для, ну, да, работают с этим ассортиментом. Так, значит, детские игрушки, халатики детские, простынки на резинках. Немножко какие-то редковатые полочки, но здесь везде стоит пометочка, что еще больше ассортимента на сайте. То есть о чем я говорила, что может, то есть в магазине ассортимент ограничен. Вот это мне объясните момент. Тут написано простыни на резинках. Это простыни? Это декоративная подушка. Двухсторонняя, да? Угу. Хрюшка превращается... В кого? В тисю. Оригинально. А собачка превращается в панду. Вот папа у нас такие игрушки любит. Одна игрушка, две по факту, ну, да? Ну, ты выигрываешь. Меньше места занимает. Конечно. Вот. Ну, скорее, вот здесь халаты детские. Скорее всего, не поменяли вывеску. Так, дальше перетекаем. Просто не на резинках. А вот просто не на резинках.
чего мне не хватает. Может быть, мы сейчас это где-то найдем. Хотя, в принципе, у каждой постели я могу пощупать только качество, да? То есть развернуть я ее не смогу, вот. Ну, полноценно растрясти, как говорится, да? Просто не на резинках. Выставочного образца я не вижу. Есть только скрытая упаковка, я могу только вот пощупать. А дальше... Кстати, тоже есть желтый низкий, это самый низкий ценник. Если вы видите вот такую цену, ниже уже не ищите. То есть это самый низкий ценник. Вот они, наволочки. Мите Иванова. Дима задавал вопрос, каким образом вообще подбираются поставщики и убираются ли поставщики, если постоянно есть жалобы и брак. Да, это имеет место быть. Будешь сам рассказывать? Ну, ты продолжаешь, сначала делал. Хорошо. Что мне вмешиваться? В общем, суть такая, если у покупателя есть жалобы на качество, если товар ненадлежащим образом эксплуатируется, его выводят, то есть, ну, разговаривают с поставщиком, если поставщик не исправляет, то его выводят. Так, смотри, значит, на простыни я выставочных не вижу. Нету. Выставочники есть только на отдельные комплекты постельного белья. А, смотри, здесь есть, получается, люкс-линейка. Пойдем ее посмотрим. В красивых подарочных коробках. Кто производитель? И при том, сейчас в данный момент они по скидке идут. Угу. Ну, Гонконг. Гонконг. Нет, Китай вообще. Китайский Гонконг. Это прям подарочные, да? Ну, если еще материал бы знать, все сделано. Сейчас. А то пока только китайский Гонконг за 7 тысяч. От тебя узнали, да? Да. Хлопок, сатин, жаккард, полиэстер, хлопок. То есть здесь хлопок, хлопковый сатин и жаккард. Кстати, это очень токсично, приятно. Вот. Ну, я вот подушку мацаю. Вот на выставке. А, смотри, сатин — это вот эта гладкость, а жаккардовая нить, она вот то, что как подвыбитая немножко. Угу. Пойдем дальше. Дальше мы плавно перетекаем в отдел со шторами. Здесь, получается, шторы, карнизы, всевозможные подвесы, фиксаторы для штор. Вот я знаю, что многие мучаются. Я сама люблю, когда шторки в кучу собраны. Очень много подхватов на магните. Смотри, у нас дом будет типа офрейм. Типа и... или офрейм? Ну, тип дом офрейм. Ну, как ты мне еще по-другому можешь сказать? У нас будет гардина под углом. Большим. У нас гардина. Ну, потому что дом треугольный, а гардина в любом случае на втором этаже будет под углом. Вот я хочу сейчас посмотреть, вот система карнизов, есть ли для нас что-то подобное. Если мы найдем, ну, я не знаю, я буду очень удивлен. Это где? Я в этом ничего не понимаю. Но смотри. Я думал, у нас вообще штор не будет. Они будут в любом случае, ночная штора в любом случае будет. У нас же дом треугольного типа. И вот но окна-то у нас не треугольные. Но если ты повесишь шторы прямо, у тебя треугольник не будет закрыт. Угу. Если у тебя прямо шторы висят. Она надо, чтобы они в угол немножко закрывали. Вот. Иди. А, это смотри, я это, получается... объясняю лицо удивленное Татьяны. Он меня заранее же ни о чем не предупреждает. У нас все экспромтом. У нее с фантазией туго. И вот, смотрите. Разрешите вашего любимого оператора пнуть. Нет, это заказная программа, это вот. На заказ. Я понимаю, на заказ. Я просто уже знаю, где заранее буду заказывать. Можно вот. Я пойду пока по другим углам? Вот за счет вот этой системы я могу тебе хорошо устроить и повесить шторы в виде треугольника. Дигидрогвертицин. Это на что-то там этот, это, знаете, на своем как... ведьмином что-то сказал. Это знаете, как это называется? Я Диму не поняла, он меня не понял. А порча навела на меня. Гидрогвертицин. Сейчас я в лягушку превращусь. Так, смотри, получается, у Хофа заказная программа, да, то есть ты можешь шторы на заказ, карнизы на заказ. Мы этого не знали. Я думаю, это в продаже. Причем, смотри, даже детские карнизы, на самом деле, я знаю, что многим актуально, чтобы вот детская была прям вот давай детская. Давай получше, поближе сейчас я. Вот это все, что сейчас просто получается у нас на стене. Это все заказная программа. Это заказное.
Вопрос надо будет задать. Можно ли это делать через интернет, или это нужно только ногами приходить? Этот вопрос мы зададим. Кстати, друзья, у вас есть возможность через нас задавать вопросы, на которые мы 100% получим ответы, потому что, ну, нам проявили лояльность и готовы с нами общаться и отвечать на наши вопросы. Да, да, Дмитрий Юрьевич? Да. И если у вас будут много вопросов, мы эти вопросы будем задавать представителям. Дальше, смотри, огромный выбор тканей, штор на заказ. То есть, по факту, я могу выбрать, не бегая никуда. Ну вот, меня не устраивают готовые решения. Да. Значит, я куда иду? Иду куда-то, какую-то швейную мастерскую. Вот, мне не надо идти, получается. Оно все здесь. Вот смотри, вот чтобы ты понимал. Да, да, да. Вот те же самые плотные ночные шторы. Ой, типа... Типа Санелла. Да, типа Санелла. Вот. Даже смотри, кстати, у нас будет вот... Похожий вот оттенок. У нас сейчас вот такой оттенок штор, вот, да? Шоколадный. Не, ну тут, конечно, шоколадный, он немножко другой, он совсем переливается. В общем, суть такая, это можно сделать в одном месте. Удобно. Пока мне... Кстати, кто пробовал заказывать в кофе карнизные системы и шторы? Вот. Расскажите. Да. Ваш опыт. Сколько это по времени ждать? Не пожалели ли? Да. Выгодно ли это? Или, может быть, это проще сделать в другом месте? Смотри, ткани на самом деле, друзья, от самых бюджетных до таких плотных габардинов. Но сейчас все подряд показывать не будем, это иначе обзор будет неэффективный. Дальше. Рулонные шторы. Очень много разных вариаций по цвету и по размеру. Причем, вот ценник по акции, его сложно увидеть. Жалко, что вот как-то не выделена акционка, да? Нет, это обычный ценник. 1799-3500. Ага. А значит, он еще может быть дешевле быть, тебе как объяснили. Если желтый ценник, значит, ниже уже не будет. Это я знаю. Я имею в виду, не выделено каким-то другим цветом, например, что что-то. Акцент на это не сделан. Пойдем дальше. Параллельно с отделом штор здесь у нас начинаются полотенца. Давай возьмем вот самое бюджетное, 49 рублей, тоненькое хлопковое полотенце, сделано в Бангладеше. Ирма? А? Ирма или как? Ирья? Ирма, Ирья. Ниты. Белое. 350, кухонное полотенце. Белое. Дим, ты куда-то упал на лет 5 назад, их уже нету. А? Это аналог маленьких полотенчиков Крама. Угу. Здесь же детские. Кстати, у Хофа по пути много сопутки. То есть, ну вот, например, я знаю, что они с Энергетик работают, моющие, да, на растительной основе. Но есть у меня к ним маленькие моменты, как у химика по составу. Мы не пользуемся этой серией. У меня есть определенный момент по компоненту. Но, тем не менее, кто любит, например, можно по пути это цапнуть. Идем дальше. Так, здесь все полотенца. Кстати, вот что удобно. Вы, допустим, решили подарить полотенце, и вы не понимаете, какого размера, что куда. То есть у каждого полотенца просто есть такая подсказка, что банное – это вот такой размер, простыня – это такой-то, и куда, в принципе, применяется. Ну, это сугубо мое личное, я бы побольше эту подсказку сделал. Она не очень сильно бросается в глаза. Нет, она удобная, но ее можно побольше. Да, поболее бы я бы сделал. Так, здесь у нас полотенчики. Из полотенчик мы плавно перешли в тапочки. Тапочек раз, два, три, четыре. Ну, опять же, да, это сопутка. Сушилки для белья. Очень много халатов. Так, ценники на халаты от 1000. И дальше уже... Здесь мы с тобой куда зашли? Это у нас уже ванна начинается, да? Угу. Шторы для ванн, аксессуары для ванн, всевозможные подвесные полки. Тут у нас ёршики, хотела сказать, ёжики для ванны. И мы заходим в отдел света. Сейчас ты грёхнешься. Я не дрёпаюсь. Дрёпаешься. Не дрёпаюсь. Дрёпаешься. Проходим дальше. Отдел света. Ой, как светло. Какой зёйка красивый. Успеваю фотографировать. Юрич, за работой.
Так, смотри, иди сюда. Ну, тут сложно какой-то плафон выделить. Я пока вообще информацию дам. Пока понимаем, что их просто очень много. Светло, тут да. Надо другой оптикой работать. Смотри, какой момент. Отдел дисконта в Нижнем Новгороде находится на втором этаже, но, тем не менее, в отделах есть еще дополнительные полки с дисконтом. Поэтому, небольшие. Если вы что-то конкретно ищете, загляните сначала в тот отдел, который вам нужен, потом уже поднимайтесь наверх дисконт. Лампы здесь все перемещаются плавно от больших светильников до уже торшеров, каких-то интерьерных вещей. На самом деле есть и бюджетка, да, совсем такие недорогие моменты. Есть уже прям полудизайнерские такие стильные. Но я понимаю, что сейчас ценник оценивать вообще нет смысла, потому что цены выросли на все и везде. Так, это у нас торшеры. Дальше мы перетекаем в отдел с коврами. Причем вот тут еще остаток ванны, то есть уже большие этажерки. Ой, мой массажерчик. Кстати, это очень полезная штука, ребята. Я не знаю, почему вы не покупаете это. Я себе так намяла спину, что у меня она здесь болела. Сколько цена? 4200. Но я по акции урвала, и не в Хофе. А, смотри, вот какие есть. То есть не вешать, а просто это, да? На компьютер, на кресло повесить. Угу. Не хочет массажировать меня. Дальше перетекаем в отдел с коврами. Ковры, получается, готовые все. Ковролинов я пока не вижу. Сейчас, если найдем, увидим. По одну сторону ковровые покрытия, причем разные ковровые покрытия. Единственное, что для меня очень тесно. Вот мне, чтобы понять, какой там ковер, это надо все выколупывать. Размеры, как я понимаю, магазины не позволяют сделать больше. А по другую сторону от Димы огромное количество всевозможных офисных кресел. А давай мы сейчас вот тестинг сделаем, я выберу какой-нибудь, который мне визуально понравился, просто визуально, без каких-либо критериев по цене. И... Ну, я пока обзорку сделаю, ты выбирай. Только не впереди меня. Сказал Дима, и Таня пошла вперед, да? Там. Ну так, креселов. Достаточно, короче. Единственный минус, вот. Угу. Мне понравилось, допустим, на третьем ряду. Кресло. А как мне в него проползти? Да. Наверное, для этих целей нужно дергать консультанта и просить, чтобы он мне его достал. Или на третий этаж заходить. Да. Ой. Вот подобие Фрихтона, Тань. Какого Фрихтона? Блестящего. Фрихтон — это диван. Ой. Наш любимый Маркус. Маркуса? Нет, это не Маркус. Я говорю, подобие. Ну, подобие — это когда подобное. Подобие вон. Кстати, вот повыше. Вот подобие есть, Маркуса. Да? Либо этого. Но это дисконт. Так он стоит 16. Эрвельфьельд, который. Так, главное не забыть. Так. По регулировкам смотри. Смотри, сразу вижу. Мануальное управление поясничной поддержкой. Мануальное, правда. Надо, получается, как-то измудриться. Куда-то мне камера ушла. Вот, вручную подкручивать поясничную поддержку. Нет, смотри, ты можешь спокойно пройти, вон девушка поднялась по всем полкам. Так, ручки, слушай, Ну они очень плотно как стоят между собой. Слушай, они плохо. А вот снизу регулировка как раз есть, вот туда по левой, по правой руку у тебя снизу. Да. Вот где ручка, ручка вниз. И чёрт, еще чуть за это. Вот, да, лепесточек там. Ага, все, нащупал. Молодец. А, это верх-низ только. А вот желтенький, пожалуйста. Желтенький. Ой, не моё историю. Хотя, наоборот. Давай пока дальше смотреть. Я пока не готова делать какие-то выводы. Наверное, знаешь, почему у меня в душе какой-то такой непонятный диссонанс? Предательство, что ли? Нет. Представь, IKEA поменял ассортимент. Да, кстати. Радикально. Вот просто теперь мы в IKEA. И начала работать с отечественными производителями и Китаем. Что будешь делать, да? Да, вот тебе IKEA. Ну, вот говорю, по коврам я уже свое мнение сказала. Для меня мало места. Но это причем это формат гипера.
Кстати, очень неудобно представлены ковры. Они как сложные. Я тебе только что про это говорил. Иди, что? Ну ты там мямлишь под музыку. Я же не слышу. Ты же меня не слышишь. Ты же меня слышишь. Я же тоже старею. Хотите прикол? Когда Дима монтирует, в те дни, когда Дима монтирует, он со мной не разговаривает. Да, потому что Татьяна Павловна в этот момент очень много в компьютере. Если Татьяна Павловна еще будет много в жизни, да, то я ее прибью. Да. Так, смотри, мы идем, получается, полностью отдел офисной группы. Дальше здесь офисные тумбы, вешалки, всевозможные маленькие полочки, шкафчики, все, что нужно для офисного помещения. Вариантов много. То есть, как бы, да, на любой вкус и цвет фломастер разный выбрать можно. Дальше перемещаемся. Вот это всегда мы, ну, как бы мы в ХОФ не первый раз уже. Вот это отличная особенность. Простите, пожалуйста. Для детишек. Да, Дима. Для детей. Потому что, что бы мы ни говорили, но когда есть... Вот смотри, иди сюда. 24 тысячи. Охренеть! То есть, получается, кресло растет вместе с ребенком. Ну, не знаю, конечно, насколько его хватит. Слушай, я, наверное, просто пока к новым ценам не адаптировалась. У меня-то в голове, что, например, сибирский ценник подняли на 10% в среднем, а где-то не подняли, а другие производители на 100%. Mm-hmm. Так, вешалки всевозможные, разные, напольные вешалки. Пойдем посмотрим крепкость вешалок, ну, наподобие Риги, например. А вот это симпатюшное. Вот нам бы как раз с нашей этой, да, по стилю подошло. Да. Смотри, какая интересная штука. 10 тысяч рупий стоит. Функциональненько. Но большие нагрузки, чувствую, держать не будет. Ну да. Вот мне кажется, в дом-то логично, там не будет большого хранения, да? Так, дальше что мы с вами смотрим? Полки книжные разных вариаций. Повторюсь, на сайте выбор больше. Даже кривые полки есть. А? Даже кривые. Даже кривые. Прямые, кривые. В горошечку, в точечку. Потом пуфики-банкетки, по которым страдают у нас в Мордовии. На заказ за дикие деньги делают. Здесь можно купить за адекватные деньги. Причем, смотри, еще какие пуфы есть. Получается, они на заказ, да? В форме животных. Вот это, да? Угу. Ну, давай посмотрим. В детскую-то интересно, да? Детскую, да. Я тебе еще больше скажу, иди сюда. Ты сейчас... О, смотри, какие. Круглые. Смотри, какими ногами. Урбанистика полностью, классика. Да, конечно, картинка какая-то... Не так будет вкусно смотреть, живой, как живую, да. Так, здесь, получается, все стеллажи. А, вот часть этих пуфиков представлена, смотри. Вот, круглый пуф. Татьяна Павловна, мы когда-то хотели вот такую козетку купить, да, помню? Как он да. Называется? По-другому. Козетка. В коридорчик. Ну, это козетка, вот. Это пуф посадить. Вот теперь цена 14 тысяч. А мы за 5 тысяч жопу это, да. Жабу давили. Кресло-груши. Поворачивайся, их тут очень много. Я все хочу себе кресло-пуф, но мне никто его не дает, не разрешает купить. Это мы купим, когда будет летняя веранда. Ой, слушай, а какой удобненький. Вот в пуф ты обычно же проваливаешься, а здесь ты прям жесткая. Музыка негромкая. Ну, мы-то узнаем на постпродакшене. Почувствует ли YouTube это или нет. А да, кстати, у нас же монетизация теперь в YouTube отключенная, поэтому YouTube это... Добровольное начало. Добровольное начало. У меня вообще, знаешь, мысли порой даже, вообще нахрена нам все это надо? Закрылись и занимайся той деятельностью, которая идет. Как бы раньше назывались, что это для нас творчество. Да, вот тебе, пожалуйста, поработай-ка по-творчески. Да. Ну, ты дальше один пойдешь? Нет, пойдем. Вчера он меня заставлял обзоры по сибирскому снимать много. Честно говоря, если так вот снимать уже чисто по обзорам, по тематике, очень много тут. Что нам надо? Гладильные доски, сушилки, всевозможные аксессуары для хранения. Смотри, досыпки для кресел. Они же со временем все проминаются. То есть это вот гранулки. Это правильно. Это правильно. Так, значит, смотри, здесь у нас получается начинается отдел оформления рамочки, а здесь у нас хозблок.
куча. Вот мою маму сюда надо пустить. Она любит. Это рай. Рай для мамы, да? Да, для моей. Швабры, контейнеры под порошок. Кстати, надо купить порошок, у нас порошок кончился. Наборы чехлов для одежды, всевозможные подвесные аксессуары, куча вешалок. Пойдем заглянем в вешалки. Вот по вешалкам, кстати, легко можно это судить. Чего я не нашла? Может быть, на втором этаже есть? Я не нашла всевозможных коробок для хранения. Ну, пластиковые я в расчет не беру. Похожие, мне кажется, да? Да, такие же. Ну, на 100 рублей они сейчас дороже, чем был. Ну, повторюсь, да, наверное, не наверное, ценник везде вырос. 3 штуки 400 рублей. Я хочу найти какие-нибудь бюджетные, обычные плечики. Такие пластиковые. Наверное, хотя зря я это ищу и пытаюсь все время что-то сравнивать. Короче, только если деревянные. А, смотри, Корфы-то они вот где. Дим. Ой! Все коробки вот в таком виде. Сложенные. Ну вот мне, например, вот неудобно. Вот. Мне не хватает. А как это оценить? То есть вот выставка уже. Мне выставки не хватило. Да, то есть я бы не обратила внимания. Я тебе только что проговорила, что... А где Корфы? Вот они все, вот... что в пакетиках, это коробочки. Да. Это как-то неудобно, да? Я вот так оценить не могу. Я понимаю, что это коробка, но мне бы ее в собранном виде. Так, пошли дальше. Кстати, первый этаж мы практически закончили. Я поняла, почему у меня все зазудело, зачесалось. Мы рядом с отделом бытовой химии. Зеркала. Ну, зеркал немного. Но опять же, да, что-то вроде есть. Выбрать можно. Сейчас я посмотрю. Кстати, постеры. К сожалению, нет таких больших картин, как в Икее, в Хофе. Они максимальные размеры, я, по-моему, замечал, 1,20 м на 70, по-моему, самый большой у них. Что увидела? Татьяна Павловна увидела лесопед. Она любит что-то такое необычное. У меня даже муж необычный. Все стареют, а мой молодеет. Да, у меня волосы почему-то на макушке растут. Да, у Димки новые волосы на голове растут. Мужики обычно к 40 годам лысеют, а это наоборот замучился по парикмахерским ходить стричься. Вот, что мне еще нравится, вот этот отдел. Со всевозможными вот как раз коробочками декоративными, потому что именно эти такие коробочки создают мелочи по уюту. Куда ты меня пальцем тычешь? Вот, смотри, ящички в одном стиле, но разного размера. Корзинки, мусорные ведра, потом будет садовая мебель. Поверните, пожалуйста, сюда, здесь свечи. Даже с педалькой есть. Педалька. Пойдемте покажу. Вот здесь вам пока... с педалькой. Я пойду. Слушай, надо самому... Очень большие с педалькой. Дим, надо самому маленькому члену команды купить игруху. Мы ему ни одну игруху не разу. Пойдем посмотрим. Не, мы ему из Икеи. Из Икеи? Собирали, да, дарили, когда родились. Угу. Так, вонючки, пойдем посмотрим. Пойдем дальше по декор, оформлению, да? Пройдемся. Вазочки. Смотри, видишь, опять вот тут всякие вот коробочки, корфики, сундучки. Ой, какая красота. Слушай, раньше выкидывали, да, сейчас опять сундуки актуальными становятся. Тань. Ай. Проделай эксперимент, пожалуйста. Сможешь ли в большую засунуть? Вот это в большую. Нет. А если смять? Нет, только маленькую, вот маленькую. Угу. Даже если смять. Очень известная. Очень похоже на отдушку Дофта, но здесь больше. Могу и Индии, да? Китай. Угу. Странно. Мой размер фужера.
Налейте один мне кубик и уходите. Сколько литров там? Юг. Давай. Тайм. Спасибо. Алиса в стране чудес. Нет, интересно, красивая ваза. И вот эти маленькие на ножке. Кстати, ценник очень бюджетный. Вот здесь дизайнерам-оформителям прям рекомендую обратить внимание, потому что я знаю, что многие гоняются за всевозможными круглыми вазами на ножке. Здесь есть к чему пришурупиться. И вазы есть разные, да, есть интерьерные вазы, а есть те вазы, которые, в принципе, являются просто емкостью, и интерьер уже строится самостоятельно. Смотри, видели 100. Да. Очень оригинально. Вот вазы интересные. А теперь, Дим, мы из этого отдела разворачиваемся, уходим, потому что сейчас ты кое-что цапнешь и унесешь домой. Я должен что-то себе в коллекцию взять? Повернись. Жирафика. Ну, большой жирафик. Твои размеры небольшие. То, что шкафчик не очень большой. Не помешает все мои хотелки. Смотри. Вот такие шкатулки очень круто, когда мы какой-то подарочный набор делаем, да? Ну, когда это стоимость подарка входит. Тебе как мальчику это не понять. И, кстати, жарко. Вот я просто в вязаном платье, и мне жарко. Ну, тут, к сожалению, уже не климат-контроль, мне кажется. Да. Кстати, у тебя мягкие сундучки. Я тебе про что говорил, ты убежал. Особенно кожаные. Вот самый прям вообще, а? Очень интересно смотрится. Как на корабле где-то у капитана, да, сундук? Да, да. Десяточка. Ну, шикар. А их можно использовать для сидения. А, да, они же мягкие. Они полноценники. Говорю. Ну, я имею в виду, что... В коридоре одеваться. Красиво. Так, вазы. Юрич, разверни, сейчас дрёпнешься. Очень много всяких искусственных цветочков. Ой, суккулентики. Таня их зовёт суккулентиками. Ну, цветочков, конечно, выбор маловат, и кое-что можно выбрать. Так, дальше получается сад. Дим, угадай, сколько стоит? 7. Угадай еще. Ты дороже, что ли? Угадай еще. А что, как? Причем дорого-то? Сам это. Вот это. Не. У Димки в голове мысли, дурень, что я в прошлом году в обе не купил в деревню качалку, да? Я сам сварю. У меня металл остался, я сварю сам. 13 тысяч. Ну, понятно, что как бы это, да, не хотелка магазина, а современные реалии. Я прекрасно понимаю, Тань, но из-за того, что толщина металла, она очень тонкая. Нет, но здесь крепкий. Крепкий? Ну, я здесь сужу по обе, сколько мы из обе возили, за 6, по-моему, или за 5 тысяч, да. Вот такие были по акции. Нет, вот посмотри, тут просто видишь, такое же это, расцветочка такая же, да, как у бюджетных. Ну, каркас хороший. Да. Так, слушай, муж, первый этаж мы прошли, на второй пойдем? Да, конечно, там самый интересный как раз будет. Ну, там мы особо долго задерживаться не будем, потому что там в основном вся корпусная мебель и мягкая. Правильно, ну, мы пройдем, все по ней. А мы знаете, что узнали? Что матрасы Хофф делает на заводе Арматек и Аскона. А есть еще авторские линейки, которые Хофф разрабатывает с определенными производителями, и только в Хофф эти линейки продают. То есть производители сами не продают. Поэтому можно пошли на второй. Иди. Пошли, пошли. Хватит там. Вот ты мне сегодня 4-й раз это сказал. Ты не хочешь работать? Не хочу, я расслабилась. Как тебе первый этаж? Я свои выводы буду делать уже в конце. Пока я буду молчать. Пока ты нейтральное лицо. Да. Конечные эмоции будут уже в конце. Слушай, ролика, ну я нашла, сказать, что как бы за адекватные деньги и что можно цап-царап сделать. Угу. Ну, исходя, например, из того, что мне надо. Так, куда идем? Здесь по стрелочкам давай. Ну, пошли по стрелочкам. Одна стрелочка в дисконт ведет, другая стрелочка. Ну, особо сейчас не будем мы акцентировать внимание. Смотри, на мебель. Здесь мы просто покажем, давай, выставку. Обзорку, да? Да, обзорку, вот да. Там отдел дисконта.
туда вот где желтая полоса? Да. Туда попадает брак, туда попадают какие-то выставочные образцы. Ну, в принципе, как во всех магазинах. Хотите сэкономить? Welcome туда. А, так, мы сейчас плавно с вами будем протекать мимо интерьеров. Здесь все совмещено. По краям идут интерьеры. Гостиные, спальни, детские комнаты, кабинеты. А в середине вся мебель. То есть это и кухонная мебель, и зоны под ТВ. Диваны, кресла, матрасы. Камер не охватывает всего. Да, то есть ты как, ты видишь там сколько? Я думала, мы все галереи пройдем с тобой, или это нереально в обзор войти? Нет, нет, это очень будет много информации. Мы так уже около 40 минут сейчас с тобой гуляем со зрителями. Ну, сейчас что-то примерно сейчас показываю, что происходит на втором этаже. Тут. А вторую, или ты там просто охватил, что там диванов много? Ну, мы там, сейчас я тут краешек возьму. Смотри, что удобно. Например, ты дома не подготовился, не посмотрел. Ты пришел в магазин, ты понимаешь... Стульчика не хватает. Да, стульчика не хватает. Вот, например, мы посуду с тобой уже посмотрели, да? Кстати, вот смотри, пока стоим, я заметил очень интересную необычную стенку. Или не стенка, как правило. Модульная система, она не модульная. Как вот... Шкаф модульный, навесной, по частям продается, ну... Оригинально смотрится. А есть что-то похожее на Беста даже. Смотри, мы тут первый раз. Вот. Но только там в черном цвете. Выбери цвет. 30... Очень строго. 34 тысячи вот этот шкаф стоит. Иди сюда, давай покажем. Вот смотри. Особенность. Имейте в виду, чтобы узнать, кто произвел. Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, производство такое-то, находится там-то, там-то, представительство там-то. Вот это все в доступе, то есть не скрывается, кто произвел. Продолжаем диалог. Сейчас мы на диванах. Все мы не сможем охватить, их очень много. Тут придется, наверное, нам делать... Много полноценных обзоров только по дивану. Вы представьте, выставка очень большая. Татьяна Павловна, согласитесь со мной? Глаза разбегаются, как вы сами можете заметить. Я не знаю, куда метнуться. Тут мы только давайте вопрос вот общий покажем, что есть вот такие типы диванов. И в ближайшем обзоре, это в следующем обзоре по стилю Сканди, мы постараемся пробежать и выдернуть пару-тройку похожих диванов. Они есть, 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 есть. Ну, я сам беглым взглядом пробегусь заранее и не плачь. И мы вам покажем. Есть похожие? Сразу говорю, есть. Все будет хорошо, Тань. Мне жарко. Ну, пошли тогда. Мне ощущение, что я в бане. Снимай штаны. Как я их сниму? Так, мы плавно сейчас перетекаем из зоны гостиной в зону спален. Кстати, сейчас поговорили... Опять, да, с отделом, который работает с юрлицами, нам дали такую маленькую подсказку, что все, что представлено на полочках, это все, в принципе, предметы Хоффа. Ну, кроме там каких-то, может быть, маленьких моментов, и делается все это именно дизайнерами магазина. Так, мы перетекаем в спальню. Пойдем тогда вот так, наверное, потому что у меня ощущение, что мы чего-то не захватываем. Смотрите, еще такой момент хочу отметить, с учетом того, что есть производители, которые производят, например, и стенки, ну, грубо, да, и зону гостиной, и зону спальни, и зону там коридора, предметы могут повторяться, но в каком плане повторяться? Стилистика, потому что до сих пор вообще это нормально, есть люди, которые любят, чтобы в одном стиле был весь дом. Мы сейчас ползем по спальням. На всем можно посидеть, на всем можно полежать. Все спокойно, доступно. Вот иди сюда, давай посмотрим. Ижевск, Удмуртия, вот этот шкаф. Вот этот пенал, вот этот, вот. Угу. Вот он. 45 220 на 60. 17 тысяч. Только вот этот пенал. Ну, я как понимаю, ценники выросли просто это. Космос космический на все. 136 на 220. Ну, здесь не 100, хотя нет, что-то как-то это 16, а это получается 37. Вот такой шкаф. Идем дальше.
Я чувствую себя, знаешь, как будто мы первые обзоры 5 лет назад начинали в Икее снимать. Вот такие у меня ощущения. Причем, смотри, обрати внимание, что каждый, да, производитель представлен в отдельном таком интерьерчике. Нет, тут не производитель, серия, наверное, не кажется. Серия, нет, ну это одного, вот, допустим, вот видишь, кровать, шкафы, то есть все, это серия одного производителя, то есть сериями. У нас же любят, ну и до сих пор я не осуждаю это. В одном стиле все формально. Да, что было в одном стиле. Ну вот смотри, например, да, когда реально места не хватает, вот вполне функционально. Мне даже интересно, что здесь. Выдвижное это или фальш? Это фальш. То есть здесь просто полочки. Так. Вот что-то посовременнее немножко, да? Тоже самое. Но, Дима, ведь тоже нужно учитывать, что на самом деле клиенты-то разные. Возрастная группа-то целевых аудиторий тоже разная. Согласись? Кому-то, да. Царская ложа. Вот, ну, например, да, у нас вот бабушки вот такое любят. Пищат. Вот, вот от такого они твою, нас пищат. Твою привезена, скажешь, мне вот только такое, да? Вот я к этому уже равнодушно отношусь. Да. Моя предпочитает более вот такое вот строгое, сдержанное, но без вот каких-то там современных моментов. Кстати, мы говорили, да, что не хватало каких-то отдельных элементов. Вот она. Модульная часть. Это серия «Оскар», она появилась недавно. Это как раз отдельные ящики, отдельный каркас, и к ним же покупаются двери. Ну, чем не пахнет. Я хочу посмотреть у этой серии, знаешь, что? Как это крепится купейные двери, Таня. Мне очень интересно. Найдем. Так, у нас получается, здесь мы сейчас обходим по краям, а потом в середину пойдем, да? Да. Здесь уже матрасы. Тут тоже свой своеобразный дисконт. Кстати, у Хофф очень много мебели в сборе, что собирать ее не нужно. Она приходит прямо уже готовая. Кровать. Даже есть мебель из акации, из массива акации, привозящие в контейнере в собранном виде из Вьетнама. Так, мы потихонечку здесь... это просвещаемся. Просвещаемся, много чего нового узнаем, мозг кипит. Видео мы закончили. А мы здесь шли, у нас батарейка села. Да. Мы зашли в шкафы. Шкафы у Хоффа есть двух разновидностей. Это готовые модульные, не модульные, готовые, в которых не добавить, не убавить. И шкафы, которые собираются по частям. Ну, давай покажем по-быстрому. Пойдем вот сюда. Не вдаваясь в подробности. Это вот обычные, да, получается у нас? Ну, вот, если готовый, вот он так выглядит. Если можно, например, какие-то варианты поменять по цветам, по дверям, тоже варианты перед тобой представлены. Пожалуйста, выбирай. Вот смотри, да, тьма. Всевозможных фасадов. Здесь фишка в чем? У Хофф обязательно нужен консультант. То есть вы одни не сможете ничего купить. Кстати, очень похож на Тадален. И что круто, антресоль продается отдельно. И ты понимаешь, что если у тебя еще потолок выше, ты можешь еще один слой антресоли будет бабахать. Так, а вот теперь пойдем похожие покажем. Я не понимаю смысл снимать еще один обзор, если ты уже показал кучу товаров, которые похожи на Икею. Это еще не все. Это мало честь. Короче, серия «Оскар» для тех, кто хочет отдельный наборный шкаф, когда вы сами собираете... Ой, какая штучка-дрючка. Когда вы сами собираете из отдельных частей, полки отдельно, дверки отдельно, штанги, внутренности, все по частям. Здесь уже выбирать вам. Ящики вполне добротные, с внутренними. Ну, вот смотри, иди сюда. Вот ящик 4500 стоит 75, 236 на 58. Глубина 58, ширина 75, для высоты 2,36. Вот 50-ка. 50-й ящик. Я как понимаю, здесь еще ценники нет, не разложены. Вот ящик 50-й, 2,800, вот такой ящик. Все. Мы показали немножечко. Да. Идем дальше. А, вот шпаргалка. Про матрасы расскажем немножечко. Ну а что, про матрасы я тебе уже сказала, что производители два, Арматек и этот, Аскона. Угу. Матрасы всем можно потестить, на матрасах на всех можно полежать. Что-то приходит скрученное в рулоне, что-то приходит отдельно. Пойдем переместимся в гардероб, это не гардероб, это уже прихожая. Очень много галошниц, обувниц. Ты куда? Обзорку. А я думала, ты сюда придешь?
Дима, пойдем покажем. Интересная штука. Ты такого еще не видел. Стеллаж-трансформер. Стеллаж для обуви. Визуально выглядит как он красивый. Он хорошо с галошницей будет совмещаться, смотри. Да? Да. Ну, только где совсем уже места не хватает, да? Угу. Тумба для обуви. Высоченная какая. Здесь, как говорится, на вкус и цвет фломастера разные, можно подобрать все что угодно. Ну, конечно, зеркальная обувница для меня вообще вариант какой-то немного странный, но кому-то, возможно, она жизненно необходима, без нее жить не может. Если делать, значит, пользуется спросом. Да. А, бизнес, ничего личного. Значит, это у нас, получается, моменты для хранения, коридор. Угу. Да, на связи. Так, Дима. Ты, это незнакомый для тебя лабиринт, ты сейчас дрёпнешься. Ну, я стараюсь. Выползай давай отсюда. Ну, стенок для гостиной вариантов много. За 20 минут обзор не снимешь, если про каждую показывать. Тьма всяких. Вплоть даже вот до каретной стяжки, кто по ней страдал. Я просто реально не знала, что в Хоффе можно найти столько всякого-всякого. Потому что вот за этим, например, клиенты обращались. И шли искать другое место. Так, это все прихожка. Ее реально много. А здесь дальше диваны. Опять же, да, диванов много. Диваны кровати, диваны модульные. И просто двух-трехместные диваны. И громадные диваны в полгостиной. Я так вот обзорку сделаю. О, детская дальше. Нам уже предлагают в Нижний переехать. Мы с тобой такими темпами, да? Сколько? Ближе к Хоффу. Желательно. Кстати, очень похоже, и я чувствую массив чуть потолще, чем в Икее. Ты хороший. Ну, 136. Ну, скрипучий. Варианты готовых детских. Тоже всяких. Вот, кстати, да, сразу это. На троих детей. Так, выставочники есть по матрасам. Вот матрасики все в разрезиках есть. М? В разрезиках все есть, можно все посмотреть. Так. Мое впечатление, я еще не считал количество ассортимента, но тут побольше будет ассортимент. Какое прикольное! Да, это уже сказка. Сама кровать 43, надстройка, вот этот домик 23. Блин, классно, скажи. Вот и мебель она также вот. Так, пошли дальше. Мы с тобой плавно перетекли. Здесь у нас остаются детские, а здесь уже начинаются столовые группы. Столы... Стулья разные. Нет. У меня вообще ощущение, как будто я спала лет 50 и проснулась в другом мире, в других ценах. Кровать лондонский автобус. Вот, смотри, какая интересная серия. Но опять же, да, вот, ну сколько ребенок с такой серией проживет? Несколько лет, а потом пойдет. До 12. Да, потом уже скажет, мне не актуально, поэтому... И все закрасит. Так, мы перетекаем в кухне. Путеводитель в электронном виде для тех, кому, например, ну, кому неудобно, а вот мы с вами смотрели просто на компьютере, здесь такой же сенсор. А, так, дальше вытяжки, краны, духовые шкафы, все, что связано с кухней, столешницы, фасадные части, где разворачиваешься, убьешься, пойдем туда в кухню. В тот угол сходим? А там, может, где-то быстро можно пройти? Мне кажется, нет. Ну, мне кажется, можно. Смотри, кухни, помимо столов и стульев, есть еще и диванчики, потому что многие до сих пор ищут кухонные уголки, чтобы на кухне это было. Слушай, ну вот что-то подобное. Ну это я... Смотри, она почему-то низкая. Тайм. Ее можно повыше повесить. Ух, ну сколько-то повыше она была. Это что-то низкая кухонька.
Да, что? Высота какая? Не чувствуешь ты это? У меня есть ощущение низковатости. Высоты не вижу. В общем, друзья, знакомиться мы будем вместе с вами. Это все будет в следующих обзорах. Более подробно мы будем все рассказывать. Сейчас только у нас обзорка. А что, вот лучшая цена? Куда-то на съемную квартиру в минимальную. Какая съемная? Дача. Дача? Дача. Нет, а что ты говоришь съемная квартира? Вот студент, сняли квартиру, побегут. Красивая Саманта. А, по кухням. Что-то приходит готовыми модулями, что-то приходит отдельными элементами. То есть кухни есть как модульные, есть готовые. Так, вот они, куча вариантов кухонь. Давай не будем продавцов смущать. Я буду краток. Не буду разглагольствовать и много слов говорить. 3 метра. 3 метра, да? Это другой магазин. Ее не надо сравнивать с Икеей вообще. Да, тут есть похожие товары. Но, ребята, многие говорят, рассказывали, когда посещали магазин этот сами и писали в комментариях, фу, это совершенно не то. Да, это не то, это другой магазин. Это магазин, преобладающий с отечественным производителем. Здесь российский производитель, 90%. Да, есть и Китай, есть и другие страны, но в основном вот мебель, где удар идет на мебель, мне кажется, да? Потому что их большое количество ассортимента. Это все большинство отечественный производитель. И Хофф, он предоставляет площадку этим производителям все в одном месте, чтобы они показывали то, что производят. Хофф еще свои дизайнерские решения, многое, что они производят. Да. То есть они сами не являются производственниками, на самом деле не обязательно иметь свои заводы, чтобы производить свою мебель, свои матрасы, диваны, кровати и так далее. Поэтому мы обзоревали магазин Юск, он самобытен. Он в чем-то был интересен, а именно в отделе декорации. Интерьерные штучки. Он силен этим, магазин Юск. Да? Икея, чем у нас сильна? У нас была это модульными кухнями, паксами и конструкторами. Конструкторами, да. Это строгим скандинавским стилем, простотой, качеством обслуживания, да? Вот это завоевывала Икея. А Хофф, он завоевывает уже, мне кажется, вот, мое впечатление, ассортиментом. Ну да, диванов столько. Очень много ассортимента. Тут, понимаете, тут есть товар и как бы на любого человека, не кошелька, а на любой вкус. Есть и с кружавчиками, есть и без кружавчиков. Есть строгий, есть расписной, есть надутый и сдутый. Вот так. И очень много. Да, очень давит ассортиментом. И я, наверное, беру смелость и скажу, что тут выбор-то больше, чем в Икее. Ну да. То есть кровати здесь не сосчитать. Вот и поэтому в итоге подвожу. Подвожу итог. Это свой магазин, и который не сравним с Икеей. Да, конечно, ассортимент схож. Товар для дома, все то же самое. Но тут свое. Оно российское. Как бы привыкли, да. Хоть это может быть грубое слово такое, из 90-х. Да, тут есть такое. Ну, всякое есть. И современное, есть и классика. Вы учитываете, что мы с тобой шли, уже про это разговаривали, мы повторяем, что у нас пошла тавтология. Да. Мы с тобой говорили, что реально есть разные целевые аудитории. Вот если Икея, она на определенную целевую аудиторию, то... У нее стиль. Да, по факту Хофф, он на практически все целевые аудитории платежеспособного населения. То есть здесь от пионерки до пенсионерки, и каждый может найти свое. По количеству, я соглашусь, Дима, огромная квадратура, 10 тысяч квадратных метров магазина, я в охрене, мои ноги вместе со мной тоже. И сразу скажу, если вы идете в магазин выбирать, подготовьте ценовое, это диапазон времени. То есть за 5 минут вы не выберете кровать, например, если вы заранее не посмотрели ассортимент. Повторимся, не выбирайте один, выбирайте с менеджером магазина обязательно. Один вы не сможете полностью Почему? Выбрать. Потому что тут, смотри, даже если по шкафам выбрать, там много фасадов представлено, да? А как, где, чего выбирать? Почему? У вас в магазине Хофф специальные представленные их сотрудники, мало, чтобы вам все равно.
Но они сидят за компьютером. Ну, есть, да, найти можно. Тут не так много народа, как в Икее, такие демонстрации, как при закрытии были, да? В любом случае, вам менеджер поможет. Одному тяжело все-таки выбирать. Потому что некоторые товары представлены как в наличии, а так и под заказ. Вы тут не знаете, выставка представлена, но вы не знаете, что уедете ли вы там с этим диваном или каркасом кровати. Его не купить нет. Сразу, да. Нужен менеджер. Вот, нужен менеджер. Поэтому не стесняемся, тормошим. Что ты скажешь? Я все сказала уже. Ну и последнее. У нас сегодня ты говорящий. Это мое ощущение, ничего не претендую, это мои мысли. Если ХОВ начнет в ближайшие полгода сильно вкладываться в развитие, открывая магазины в регионах, да, к сожалению, Икея возвращаться будет уже намного тяжелее. Как-никак, если, ребят, извините, да. Это вот мое мнение. Как вы думаете по этому поводу? Я согласна. У меня вообще странные очень ощущения, я не могу пока их передать, я тебе их вне камеры скажу. Я не готова их на всеобщее обозрение пока выкладывать. Поэтому пойду сейчас выпаду и скажу вам в следующем обзоре, что нам там... Нет, не хочешь. Ну ладно, тогда сразу пока. А, кстати, будем очень признательны, если вы... Благодарны. А что, не одинаково? Нет. Ладно, говори давай. Если вы будете откровенно писать... комментарии под этим видео, какие ваши впечатления от этого магазина. Может быть, чем-то уже пользовались, сталкивались с клиентским сервисом, с доставкой, с самим магазином, какие-то товары у вас дома, да, купленные из этого магазина. Ребят, делитесь, на самом деле не бойтесь, потому что сейчас такой период времени, что чтобы что-то купить, надо откопать. И чтобы не покупать, а бы что, лучше почитать живые отзывы. И вот фишка этого особенного магазина, не в магазине, а в интернет-магазине, когда вы можете посмотреть интересующий товар, и на странице товара там есть страничка отзывов. Там живые отзывы, не накрученные, не хейтерские, а отзывы настоящих покупателей с фотографиями. Вот это большое преимущество, я думаю, по сравнению с IKEA. У IKEA приходилось добывать информацию. Ну да. Читать, искать. Много нас спрашивали, а что, хороший товар или нет. А вот у ХОВа есть все на сайте. Никуда бегать не надо. А зачем тогда мы? Люди могут все на сайте посмотреть живые фотки. Ну, посмотреть, Алекс. А мы их как раз, понимаешь, этот предмет мебели, тот или иной, будем переворачивать по старинке, как мы любим. Ну, кровать-то мы не перевернем. Домкрат возьмем. Значит, домкрат возьмем. Штангенциркль уже есть. Да. Кстати, когда обзор кастрюли выйдет, штангенциркль? Скоро. Скоро, ждите. Поржать. Все, давай прощаться. Дима, обзор часа на три вышел. Да.